Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался, подписываемся на канал. Ну а я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня новая игра. Так, по мотивам... Так, ну здесь сами все прочтете, да? Она называется как-то... Эмерленд. Значит, ну так все красочно, все хорошо. Что она нам тут предлагает? Подарки, бонусы, серфинг, автовыплаты... Значит, далее что? Уже вот 450 человек. Далее что? Еще. Ну, я не буду, как бы... Нам нужно что? На выбор несколько самых популярных и платежных систем. Выводите заработанные средства в любое удобное для вас время. Покупайте персонажей с различной доходностью. Так, продавайте добытые персонажами ману и получайте монеты для вывода. Ну, тут бонусы, акции. Ну, вот самый дешевый персонаж, вот 30 рублей. 30 рублей это 3000 монет. Нам дается при регистрации. Значит, я вернусь в кабинет. Значит, так выглядит у нас все изнутри. Я уже купила персонажа, уже пополнила баланс на 60 рублей. Значит, вот здесь наши персонажи. Вот. У меня три персонажа. Так как мне дали 3000 монет при регистрации, плюс я еще пополнила на 60 рублей. И вот три персонажа у меня есть, как бы. Так, далее. Здесь у нас добыча манны. Вот. Я уже пробовала собирать. Дадут мне? Ага, поздравляем. Вот. Мне дали 0,67 монет. Так, далее что? Так. Здесь у нас пополнить. Здесь, ну, здесь платежная система PR. Ребят, регистрация очень простая. Я тоже на ней как бы зацикливаться не буду. Уже разберетесь. Но при регистрации нужно ввести PR кошелек и поставить пин-код, так как четырехзначный. И плюс при первом пополнении дают 10%. Вот они у меня здесь. Так, далее. Здесь вывод. Здесь на вывод стоит заглушка в 50 рублей. Вот сразу говорю. Минимальная выплата составляет 1 рубль. Это 100 монет. Далее. Но данные профиля, вот их, как я зашла, здесь будут отображаться наши рефералы. И партнерская ссылочка. Дальше автореферал. Вот. Далее серфинг. Тоже я вот просмотрела серфинга уже как бы немножечко тут. Так, и бонусы. Я еще ничего не получала. Бонус за клик. Надо кликнуть по рекламе. Наверное, вернуться в кабинет. Получить бонус. Угу. Мне дали 15 монет. Далее бонус за клики. Бонусы за активность есть. Обратите внимание, что они тут дают на бонус. Значит, 250 монет на счет для покупок. Каждый участник может сделать только один репост. За репост. Это что значит нужно сделать? Подписаться на сообщество ВКонтакте. Есть группа. Так, вступить в группу. Далее. Сделать репост данной записи. Кликабельно. Так, а вот и репост нам надо сделать. Сейчас. Ага. Сейчас сделаем репост. Я, подождите, пока не буду делать репост, потому что нужно еще написать на сообщение, в сообщение группы текст с пометкой «Бонус за репост». Далее указать ваш логин на проекте и ID, и ссылку на сделанный вами репост.
Понятно, это все потом буду делать. Далее, что еще здесь? YouTube. Так. Значит, что? Здесь дают бонус за видео, оказывается. А я этого вот что-то упустила. Предоставляем вам возможность проявить свои творческие способности, а также поздравить. Так. Что там? Все, что вам требуется, это снять видео о нашем проекте, разместить его на YouTube, добавить в описание свою реферальную ссылку и отправить нам ссылку на вот этот адрес или в сообщение группы ВКонтакте. Далее, каждый участник, приславший видео, получит как минимум 1000 монет на баланс для покупок. Ну, неплохо. Далее что? Ну и здесь конкурсы. Ну, вот такой вот проект. Кому интересно, присоединяемся. Вот. Ну и будем пытаться зарабатывать. Потом будем, естественно, выводить денежку. На этом буду заканчивать. Всем удачи. Больших заработков. До новых встреч.